самое потрясающее, что я был в Баку. Мои первые гастроли были, когда я пришел в театр в 76-м году, Баку-Тбилиси. Но сначала мы были в Тбилиси, а потом в Баку, вот в Интуристе жили. Я там помню, самое страшное воспоминание, это я сгорел там, страшно сгорел. Мы поехали на пляж, на эти золотые пески там. И мы играли в волейбол. Я думаю, ну, что какое-то солнышко такое, какое-то. И я сгорел так, что я спал в ванной в номере. Ну, и потом, несколько лет назад мы были, я увидел, как изменился город. Какой он красивый. Какой он фантастически гостеприимный. Это вообще свойственно. У нас и директор такой удивительно гостеприимный, который радуется. Он радуется. Вы знаете, есть такая зависть как-то актера. Когда актеры покупают новую машину, когда они получают квартиру, у него как такое счастье совершенно, он всячески помогает. Поэтому я ему все время говорю, еще хочу поехать в Баку. Поэтому там очень гостеприимные люди, нас всегда принимают замечательно. И очень красиво, просто очень красиво. Так все. Только просто два разных города, вот тут то время и сейчас. Ну просто один из красивейших городов, я думаю.